Всем привет, друзья! Это Баталов. И сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, как мечта. Друзья, мечтайте. Все ваши мечты сбудутся рано или поздно. Нужно только верить в них. Я вот тоже совсем недавно еще думал, что ни одна моя мечта не сбудется, которую я загадывал еще лет 5 назад. Лет 5 назад я мечтал работать в администрации Юстинского муниципального района. И что бы вы сейчас подумали? Я сейчас работаю в администрации Юстинского муниципального района. Моя мечта сбылась. Эту мечту я еще загадывал в 2013 году. Следовательно, сейчас у нас 2017 год на дворе. Прошло 4 года. Обычно говорят, если вы загадываете какую-то мечту, она должна осуществиться в течение 5 лет. Если в течение 5 лет она не осуществилась, значит она уже никогда не осуществится. И вам нужно будет ее перезагадывать. Итак, друзья, загадывайте что-нибудь сейчас, отсчитывайте 5 лет, и потом посмотрите, сбылось это или нет. Если вы будете действительно верить, идти к этому, то мечта ваша сбудется, потому что мечта – это такой некий образ, который появился у вас когда-либо в голове. Ее нужно потом превращать в цель, расписывать план действий для того, чтобы ее достичь. Я вот тоже делал некие определенные шаги, которые помогли мне исполнить мою мечту. Сейчас я безумно рад, хоть и не видно особой радости на моем лице, но я действительно рад. Просто после операции у меня еще не все восстановилось, и чувствую себя, честно говоря, еще не очень. Есть проблемы, которые не дают мне успокоиться и вздохнуть свободно. Друзей у меня нет. Друзья разбежались все после операции. По какой причине, я не знаю. Может быть, здесь есть какая-то моя вина. Я, конечно же, этого не отрицаю. Потому что в любой ситуации виноваты оба человека. Или какая-то группа лиц. Но никогда не бывает одного виноватого. А мечты, они сбываются. Нужно просто в них верить. У меня есть еще кучка разных других желаний, которые я надеюсь, что в будущем сбудутся. И сейчас я иду к ним потихоньку, шаг за шагом. Несмотря на то, что нахожусь в весьма не очень хорошем состоянии, но тем не менее я к ним иду. И желаю вам, друзья, чтобы у вас все мечты ваши сбывались, все ваши цели были достигнуты, и чтобы все у вас получилось то, о чем вы когда-либо загадали и чего бы вы только захотели. Ну все, друзья, на этом у меня, наверное, все. До скорых встреч. Всем пока. А с вами был Баталов. Увидимся.